О начале войны мы узнали рано утром. Попросыпались наши мамочки, матеря, родители. Началась война. Мы не поверили, конечно, этому. Ну, мы еще детвора были, да? Но мы еще окончали свои, пока оканчивали школы. Вот, школу окончили. А потом решили, почти весь класс собрался и пошли в военкомат. И нас призвали в армию. Так что война нам началась почти-почти с самого начала. Но для того, чтобы попасть в армию, надо было пройти курсы медицинские, что-то знать о медицине. А у нас тут есть свой госпиталь, свои врачи, которые проходили, занимались с нами. И мы прошли 6-месячные курсы от и до. Научили нас там многому, но не очень допускали к этому. Перевязки мы делали, это мы обязаны были делать. При операциях присутствовали. Вот когда делали врачи операции, а мы присутствовали. Это в госпитале. Вот. И потом это самое, конечно, это все пригодилось в армии. А потом в одно время решили, давайте будем все уходить в армию. Пришли в военкомат, собрались. Военком обрадовался до слез. А пока станцевал, что так много народу. Да, у нас такой хороший был военком. Всех нас построил в шеренгу, провел сюда до железной дороги. Проводил нас до железной дороги. И сказал, девчата, не опозорьте наш город. Сколько у вас было человек? Ой, наверное, человек 120. Ну, эшелон шел прямо. И он шел, мы шли по железной дороге. Сколько мы дней шли, я даже сама не знаю. Ни хлеба, ни воды у нас не было. Останавливались в селах, просили нас, это самое, там, переночевки, там, это подкармливали наше население. И пришли. Пришли мы в военный комиссариат города Краснодара. Обязанности, вот тебе раненых это стаскали. Это на те пункты, где вот скажут, куда подвозить. А вот в Новороссийске, там даже в память об этом 5 вагонов стоит, куда мы этих больных стаскивали, раненых. Это, ну, попал в плен немец. А эти как набросились, солдаты мои. Я думала, они меня убьют, и солдаты этого убьют. А я говорю, а я его накрыла своим телом. Солдата немецкого. Я говорю, не смейте трогать его. Он такой же этот человек, как и мы все. Я говорю, еще раньше, потом мы еще будем все вместе дружить. Попомните мое слово, может, меня не будет уже в живых. Но мы будем все равно дружить с Германией. Вот. Когда я говорю, я его перевяжу, я его, что могу, сделаю. И под моим присмотром, мы отправим его в штаб. Пусть там в штабе, как, что они там допросят его, куда они его денут, это не ваше дело. Вот, это, а его не трогай, и я его защитила. Эти бойцы были такие злые на немцев, что они, ну, всякими там словами матерились и ругались, да. Но я привыкла уже к этому обществу, к своим солдатам. Я в армии, я на хорошем счету была. У меня такие хорошие отношения с солдатами складывались. Сначала освободили Крымскую, станицу Крымскую. Она очень была так... Там же немцы находились несколько времени, да? А там же цементные заводы под Новороссийском были. Они до того там в цемент влезли, что там тонны бомбы будешь бросать и не пробьешь. Вот так хорошо они укрепились там. И когда вы этот самый освобождали Новороссийск, это было настолько, ну, тяжелые бои были, очень тяжелые. А еще пока этого раненого дотащишь до этого вагона, я только спешила и торопилась, как бы мне быстрее доставить человека. А кто там будет ходить там? Я ползу. Ползу так же, как и солдаты ползут. Никто там во весь рост не был. Если в траншеях, значит, по траншеи передвигаются, понимаете или нет? Нет, там не так ходили. Вот так. А люди-то разные были по возрасту. Кого-то можно подвести, а кого-то приспособить. Когда идет бой, и берешь свой весь мешок, все с собой. Плащ-палатка. А я уже тогда приноровилась, однозначно на плащ-палатку положу, мне тогда легче таскать. А кто может, еще и раненые друг другу помогали.
перетаскивались, и вот так вот. Да еще ж ползком надо, это ж не то же свет. Идешь свободно, а ползком еще надо тащить. Это очень тяжелый труд был, очень тяжелый труд. На горе Колдун эти немцы укрепились, а там гора, она не очень высокая, но у них позиция была очень удобная. Мы здесь внизу, а они наверху, все им видно. Когда вы это освобождали Новороссийск, там такие белые бескозырки только плавали по морю. И столько плавали, не дай бог сколько, вот так. Я больше жизни своей только я дорожила своими солдатами. Это для меня была такая вот, вы знаете, драгоценность. Больше ни золота, ни серебра, ничего. Это солдат, это был на такой высоте был солдат. Это раненые, которые умирали, да, на поле боя. Их не бросали так просто. Их собирали, которые слезами поливали. Сами солдаты плакали. И землю тут целовали, этого могилку эту целовали, прощались и уходили. Так. Брежнев с нами был, Леонид Ильич. Подойдет, придет, по частям произойдет. Где какие у кого будут эти сами замечания там, или жалобы, или что. Никто ни на что не жаловался. Вся страна наша находилась в таком состоянии страшном. Кому жаловаться? Бесстрашные люди были. Он очень дядька добрый был, хороший такой дядя. И все просил, медицину особенно, проверяйте солдат, чтобы не было вшей. Пошла большая болезнь, это самое вот это. И на вшивость мне приходилось проверять. Но я всегда как проверяла на вшивость, так я всегда просила там командира отделения или командира части, чтобы вместе со мной присутствовать. Но ребята такие, они... Ну, ребята есть ребята, молодцы, знаешь, там и шутки, и смех, и все. И вроде как и не замечали, что мы в такой тяжелой обстановке были. И когда освободили, уже покончили с этим Новороссийском, нашу часть перебросили на Таманский полуостров. Но на Таманском полуострове это работали наши, плавали наши ейские ребята. И вот это началась переброска в Керчь, освобождение Керчи. Керчь освобождали тоже очень большим трудом. Во-первых, Керченский пролив надо было преодолевать. А у нас-то еще тогда не механизация плохая была. Ни мотоциклов, ни машин не было. Очень плохо. А были бедные лошади на подводах переправляли. Представляете, перед Керченский пролив, он такой глубокий, и потом он такой сильное течение. Так я больше за животных переживала. Мне и жалко и тех, и других было. А потом, когда правда, там на Таманском полуострове было несколько госпиталей, и мы своих тяжело больных оставили там. А остальные перебрались в Керчь. Начали раненых своих приводить в порядок. И от Керчи нас поселили на передышку станции Семи Колодезей. Это от Керчи, наверное, ну не знаю, сколько километров. Мы сделали передышку, там наши это самое, решили передохнуть. Еще что могу, теперь, когда мы пошли на освобождение Молдовы, долго там не задержались, пошли по направлению к Польше, нашу часть направили, и вот это по направлению Польши, ой, вот это украинские города там, вот это по дороге, в общем, короче говоря, на Румынию. И Румынию освобождали, а потом настала очередь Венгрию освобождать. Но я такая была влюблена в эту страну и по сей день. Это настолько, она напоминает наш Краснодарский край. Ну, все так, как у нас в Краснодарском крае. Ну, все. Но эти венгерцы у меня оставили такое впечатление. Это наши кубанские люди. Это наша Кубань была. Вот все, и так же пшеница росла, так же кукуруза росла. Это наша Кубань была. Там наша часть долговато простояла, а потом подготовили наступление Австрия. И вот мне так показалось, что там прямо в Венгрии, в Австрии, город Вену мы освободили, освобождали. Это уже, считай, под конец войны. Как вы узнали о победе? В Австрии, город Вена. В Австрии узнали, уже объявили, что война закончена, и будем, можно по домам разъезжаться.
Мы с такой радостью, да чуть с ума не посходили от радости. Очень реакция такая была. Вы представьте себе, я как вспоминаю своих солдат, я их часто вспоминаю. Получат письма с этого, из домов своих. Но почта хорошо работала. Получат письма, сидят мужики, плачут. Я говорю, чего вы плачете? У каждого семьи, у каждого дети. Реакция такая, какая может быть. Конечно, радостная реакция была. Были рады, что этих немцев победили. Были рады, что живы. Так мы думали, что друг друга по душам. Это как целовали. Это солдаты целовали, а мы их целовали от радости. А потом от горя плакали, что мы будем расставаться. Мы очень... Это как своя семья была, понимаете? Но солдаты были прекрасные у нас. Это настоящие защитники Родины были. Если бы вы только видели, какие были молодые ребята, и как было горько думать, когда они погибали люди. Я очень плакала всегда. Ты еще... И сейчас плачу за ними. Ой, сейчас я вспомню, не знаю, в каком месте мы были. Защитка большая-большая. И врачи прямо под открытым небом сразу делали операции. И я уже, когда притащила бойца, я сама даже не помню, я сама сознание потеряла и лежу. А слышу голос такого, ну, авторитетного человека, говорит, а это что, медсестра? Да, медсестра. И когда врач-хирург подошел, говорит, она сама, говорит, уже без сознания. И тогда они начали приводить это и раненых, и в саму медсестру. Расскажите о быте на войне. Вот как стирали, как готовили? А я была санинструктор. Я только ползала вместе с больными, вместе с этими солдатами по полям, по канавам, по траншеям. Это была моя работа. Стирались я как и купались. Они, конечно, недовольные солдаты были, но у меня это было как все, неделя. Я там иду к начальнику штаба и говорю, у нас должен быть купание. У нас в шее никогда не находили. Все не расскажешь, все не запомнишь. Но это, конечно, война, это не игрушка. Это убийство с двух сторон народов. Это гибель народа. За что и про что. Видела я кровь раненых, бедных моих этих солдат. Я всегда, моя армия останется со мной по жизни навсегда. Я настолько была предана этой работе, вы не представляете даже. Я слов не найду, объясните вам. Вот так я была предана своим солдатам.